В понедельник, 14 апреля, заместитель Башкана Николай Стоянов провел встречу с группой молодежи из разных стран. Это участники международного проекта «Открытые возможности для молодежи», финансируемого Европейским Союзом. В группу входят студенты и молодые педагоги, участники неправительственных организаций Италии, Испании, Франции, Турции, Азербайджана и Грузии. От Гагаузии участвует аналогичная молодежная организация «Центр стабильность» под руководством Виталия Бурлаки. Представляя гостей, заместителю главы Гагаузии Виталий рассказал о целях проекта. Данный проект предусматривает встречу и обмен с визитом, опытом между шестью участниками Франции, Италии, Испании, Турции, Азербайджаном, Грузии и, в частности, ребята из Гагаузии будут иметь возможность долгосрочного сотрудничества в экономическом, социальном, культурном и межкультурном общении для того, чтобы улучшить взаимодействие на постуниверситетском и доуниверситетском образовании. К участию в этом международном проекте будут привлечены студенты и молодые педагоги Гагаузии. Николай Стоянов отметил важность таких межнациональных проектов для молодого поколения автономии. Это позволяет им повышать свой профессиональный уровень через обмен опытом с коллегами и студентами вузов других стран. А культурное взаимодействие скрепляет дружеские связи между сверстниками разных национальностей. Заместитель Башкана кратко рассказал молодым людям о государственном устройстве Гагаузии, ее политическом, социально-экономическом, культурном укладе, о взаимодействии с другими народами на межгосударственном уровне. Гости проявили большой интерес к представленной информации. Молодые иностранцы интересовались происхождением гагаузов, языком и возможностями его изучения в учебных заведениях автономии, культурными особенностями, межэтническими отношениями и связями с представителями других национальностей как внутри Молдовы, так и за ее пределами. Все эти знания позволят участникам проекта наиболее эффективно строить взаимоотношения с гагаузской молодежью. Многое что они изучили до визита в автономию. Zaten gelmeden önce bir araştırma yaptığımızda Komrat'ta bir Türk okulunun olduğunu, Türk lisesinin olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen öğretmenlerin Türkiye'den gelen öğretmenler olduğunu öğrendik. Ayrıca bir de özel okul olduğunu, Türk okulu olduğunu öğrendik. Tabii bu okulların artırılması ve tabii buradaki öğretmen arkadaşların, Gagavuz arkadaşların Türkiye'ye gelip eğitilmesi ve yahut oradaki arkadaşların buraya teşvik edilmesi çok iyi. Hatta ben de öğretmenim, ben de düşünürüm buraya gelmeyi ve eğitim vermeyi. Buraya gelirken yolda, otobüste bir türkü dinledik, Gagavuz türküsü. Ben hiç fark etmedim. Zannettim ki İstanbul'da gidiyorum ya da Ankara'da normal otobüste gidiyorum zannettim. Sonra dedim ben Türkiye'de değilim. Ben farklı bir yerdeyim. Ama türkü çok güzeldi. Çok anlaşılır. Çok güzeldi bizim için. Diğer Türk arkadaşla birlikte heyecanlandık o türküyü duyunca. Больше ее интересует объединение и разделение различных культур, то есть узнать что-то общее, чем мы можем быть в культурном плане, какими обменами, опытом мы можем воспользоваться и улучшить, конечно, социальную составляющую между Грузией и Гагаузией в частности. И в данном случае этот визит по обмену опытом является первой в ее практике, потому что до сих пор у нее были тренинг-курсы, а сейчас это именно конкретно визит по обмену опытом, где каждый день должны происходить какие-то определенные события, где с кем-то они должны встречаться, проводить мероприятия. До сих пор у них были проекты, связанные больше с обучением, с образовательной частью. В данном случае больше по визит по обмену опытом. Гости встретятся со студентами и молодыми педагогами Камрадского университета и других учебных заведений автономии с представителями гагаузских общественных организаций. Данное мероприятие позволяет больше сконцентрироваться на межкультурном общении. В частности, английский язык является основополагающим для общения. И мы планируем в будущем еще организовать 4 таких мероприятия как в Гагаузии, так и в странах, которых я перечислил выше. Недельный визит участников международного проекта «Открытые возможности для молодежи» в Гагаузии продлится до 18 апреля. Молодые иностранцы посетят общественную компанию ГРТ, музеи и другие объекты культурного значения региона.